Россия закончит год с 71 миллионом квадратных метров нового жилья. В прошлом году этот показатель был почти на 10 миллионов меньше. Как говорится, растем понемногу. По прогнозам Минрегионразвития, в 2014-м в стране появится еще почти 80 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. А к концу 2015-го и все 90 миллионов. Вот только одно «но». Несмотря на попадание в тройку стран-лидеров по объемам строительства, обеспеченность жильем в России по-прежнему остается в 2, а то и в 3 раза ниже показателей многих государств. Сегодня предлагаю поговорить о том, какое жилье в цене у нас в области и хватит ли его на всех желающих. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. Призывы первых лиц страны строить больше звучат уже давно. Еще до кризиса стояла задача вводить по квадратному метру на каждого жителя в год. Показатель этот не достигнут практически нигде. Наш регион не стал исключением. У нас вводится половина квадрата на жителя в год. По состоянию на 1 ноября мы идем с превышением выполнения этого плана где-то примерно на 10%. Поэтому считаем, что мы выйдем на показатель ввода жилья где-то в районе 380 тысяч квадратных метров. В соответствии с планом объем ввода жилья на территории города Орла составляет 226 тысяч квадратных метров. По сравнению, в 2012 году объем введенного жилья на территории города Орла составил 212 тысяч квадратных метров. Как видим, рост. В этом году мы планируем ввести порядка 13 тысяч квадратных метров. В 2014 году ставим перед собой задачу увеличить объем ввода жилья до 14,5 тысяч квадратных метров. До 2020 года выйти на ввод 800 тысяч метров квадратных жилья. Ну, грубо говоря, метр квадратный на человек. 800 тысяч к 2020 году – это и есть та самая федеральная задача. Тот самый 1 метр на одного жителя в год. Нашему региону, чтобы достичь этой цифры, ежегодно нужно увеличивать объемы строительства на 14-15%. А эксперты тем временем уверены, росту показателя поможет увеличенный спрос. Дома раскупаются вот достаточно быстро, то есть новое строительство очень востребовано. Люди покупают с удовольствием квартиры в новостройках. Ну, конечно, жить в новом доме – это, безусловно, очень приятно. Кто же поспорит? Вводимого жилья уже недостаточно для покрытия растущего орловского спроса. Ограниченность предложения обеспечивает успех любой новостройки с более-менее адекватными ценами. Говорит ли это о том, что вкладывать деньги в жилую недвижимость сегодня выгодно? Я думаю, да. Жилье остается самым надежным активом уже на протяжении очень многих лет. Что касается цен на орловскую недвижимость, она неуклонно растет. И это было и год назад, и 2 года назад, и на сегодняшний день пока эта тенденция сохраняется. Рыночная стоимость жилья неуклонно повышается. На сегодня она уже вот сегодня составляет 36 тысяч за квадратный метр. Для многих это, конечно, сложно приобрести. Что же касается гарантии о снижении стоимости жилья, то их сегодня, к сожалению, не дает никто. Причем фактором, подстегивающим рост цен, является скачок ипотечного кредитования, которое помогает сделать доступным когда-то недоступное жилье. По наблюдениям аналитиков, за последний год объем сделок по ипотеке на первичном рынке превысил количество выданных кредитов по рынку вторичному. По нашему анализу резко увеличилось количество жилищных кредитов, ипотечных кредитов, которые берут люди для приобретения жилья. Если в прошлом году таких кредитов взяли 3000, то уже на 1 ноября таких кредитов было взято свыше 2500. Такая задача стоит, поставлена задача президентом снизить на 20% стоимость метра квадратного жилья. Здесь нужна помощь федерального центра. В первую очередь, это какой-то особый порядок предоставления земли для строительства такого жилья. Потому что на сегодняшний день по земельному кодексу любой участок под жилищное строительство уходит с торгов. Вот и российские эксперты говорят о том же. Цены на жилье станут ощутимо меньше, если не только увеличить объемы строительства, но и оказать поддержку строителям. Ну, для примера, хотя бы упростить согласовательные процедуры, ускорить выделение земельных участков, инвестировать в коммуникации. Недавно в дело вступил Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Он презентовал в Орле 3 пилотных участка на улице генерала Родина. Таким образом, фонд пытается пустить неиспользуемые земли в оборот. Декларируются четкие и прозрачные условия для застройщиков. Фонд оказывает содействие на всех этапах реализации проекта. В целом по земельным участкам, которые предоставил фонд, экономия по только затратам на инженерную инфраструктуру,
составляет около 35%. По двум участкам уже аукцион объявлен. В декабре будет третий аукцион. Это аукцион для строительства жилья эконом-класса. Что ж, посмотрим, что выйдет из этого проекта. Как говорится, время покажет. Пока доля фонда РЖС в общем объеме рынка невелика, поэтому только его усилий явно недостаточно. Угрозы дефицита в ближайшие годы удастся избежать с помощью ряда других строительных проектов, новых и уже действующих. Иссякающий запас готовых квартир будет восполнен жильем, в том числе доступного сегмента. Для строительства жилья эконом-класса мы на сегодня как бы начинаем уже фактически, сейчас идет проектирование, надеемся, что уже начали следующего года начнет строительство. Это новый проект, который называется «Новый Орел». За Зареченским микрорайоном строительство малоэтажное, до 3 этажей, жилья эконом-класса, где будет 50% продаваться по цене, которую устанавливает Министерство регионального развития. Я думаю, не надо уточнять, что новые микрорайоны – это совсем не пара высоток. И многочисленные новоселы вправе рассчитывать на социальную инфраструктуру в шаговой доступности. Да и вообще, как может быть иначе? Вот и Александр Козлов вновь подтвердил – к решению жилищных вопросов будем подходить комплексно. Имеется в виду следующее, цитата. «Речь идет не только о возведении жилья, но и школ, детских садов, спортсооружений, объектов социально-культурного обслуживания в городе Орле и в районах области». Конец цитаты. На этом о жилищном строительстве пока все. А впереди краткий обзор событий и разговор с лидером движения «Без ям Орловщина». Орловские парламентарии во втором чтении и окончательной редакции утвердили параметры бюджета области на 2014 и на плановый период двух последующих. Месяц назад в первом чтении главный финдокумент области был принят единогласно. Во втором 12 депутатов проголосовали против, один воздержался, 32 депутата отдали голоса «за». В итоге мы имеем бюджет в доходной части 26 миллиардов 432 миллиона, в расходной части 29 миллиардов 370 миллионов. В течение 2013 года средняя зарплата орловских педагогов школ увеличилась более чем на треть, достигнув 19 700 рублей. Повышение прогнозируют и в будущем году. Зарплата же воспитателей и работников дошкольных учреждений пока меньше на 5 000 рублей. Она на сегодняшний день составила около 14 700 тысяч рублей. На прошлой неделе были определены границы мемориала «Соборовское поле». В 2015-м он появится в Троснянском районе. Основную его часть разместят на границе райцентра, другую – с памятными знаками, смотровыми площадками и музеем военной техники под открытым небом вблизи деревни Соборовка, где, собственно, и проходило сражение. Этот мемориал у нас будет располагаться, если ехать из Орла, с правой стороны, перед населенным пунктом Тросна, справа от федеральной дороги Москва-Харьков. Число всевозможных партий, течений, сообществ в Орловском регионе ежегодно растет. В прошлом году у нас появилось еще одно новое движение «Без ям Орловщина». Целью организаторы ставят ни много ни мало изменение дорожной ситуации в кардинально лучшую сторону. Насколько безъямщики верят в то, что одну из главных российских бед можно искоренить, мы узнали в беседе с руководителем движения Евгением Косаговым. Почему именно без ям? Дорожная тема, она настолько актуальна, что по сравнению с другими выходит на первый план? Или здесь какие-то другие причины? Вот за тот год погибло почти 28 тысяч человек. Это огромное количество. Более 203 тысяч людей были ранены и получили тяжкие телесные повреждения. Поэтому у нас задача снизить количество ДТП, и мы стараемся улучшить улично-дорожную сеть, состояние улично-дорожной сети в нашем городе. Каким образом и что вы делаете для этого? В 2012-м, вот когда мы 1 сентября создались, мы провели акцию, нанесли на стойки знаков пешеходного перехода черную и серебристую светоотражающую пленку. В ночное время знак виден снизу доверху. Вы сами видите, как сегодня уже вот в многих местах в нашем городе установили знаки светодиодной подсветкой. Также мы из инициативы выходили на городскую администрацию по освещению горизонтальной подсветкой.
знаков пешеходного перехода и оснащением самих знаков светодиодной подсветкой, чтобы их было видно. Статистику, я так понимаю, вы тоже отслеживаете? Да, конечно. Мы сотрудничаем активно с областным ГИБДД и также с ним проводим различные акции и активно участвуем с ГИБДД. У вас нестандартный подход ко всем вашим акциям. То есть в один день у вас смерть с косой ходит по переходам, в другой день вы мамам раздаете стикеры, светоотражающие полоски. Почему именно такие методы выбираете? Например, смерть с косой проводилась акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП. И мы хотели всем нашим людям нашего города напомнить, что ничего, никто ни от чего не застрахован. И каждый может из нас попасть в дорожно-транспортное происшествие, причем даже с летальным исходом. Вы встречались с губернатором, встречались с Берниковым не один раз. Плоды своей деятельности какие вы сейчас видите? Когда мы писали на Александра Сергеевича Бойко, ответа никакого положительного мы не видели долгое время. И мы просто отчаялись и решили вот сделать такую акцию. И я хочу вам сказать, что акция была результативной. Все ямки и все люки приведены, вот те, которые были подписаны. Поэтому мы считаем, что мы какое-то добро сделали. Коснемся власти. Вы являетесь членом молодежного парламента, молодежного правительства. Что вы делаете? Многие задаются вопросом, не я один. Мы проводим различные социальные мероприятия с ветеранами, с инвалидами в нашем регионе, в нашем городе. И стараемся им помочь. Мы проводим различные акции. Средства откуда? Средства. Различные спонсоры мы обращаемся, потому что много людей, которые в самом деле готовы помочь, прийти на помощь, когда у людей беда. Мы искренне обращаемся с проблемой, и люди, которые честные и добросовестные, они всегда помогут. Какие-то инициативы свои вы, как молодежное правительство, выносили на правительство взрослое, так назовем его? Да, вносилось. Вот, в частности, у нас есть ребята-юристы. Они выносили по спорту, по вот этим всем направлениям, что касается молодежи. Я все равно не могу понять, для чего вы созданы? Молодежное правительство, молодежный парламент. Но мы созданы для того, чтобы помогать нашим старшим друзьям-депутатам. Носить портфели? Коллегам. Нет. Каждый из нас приобрел свой опыт. Каждый из парламентариев пришел со своей целью. У меня цель – это добыть те знания, которые мне необходимы в моей дорожной тематике. Не является ли вот это движение «Без ям», да, лидером которого вы являетесь, своего рода самопиаром, или назовем это подготовка к вашей дальнейшей карьере? У меня есть цель, а я к ней двигаюсь. Назвать Какова ее самопиаром, либо еще как-то, это воля каждого. Цель – стать депутатом, помогать людям, потому что вот сейчас что я могу, то делаю, но когда человек является депутатом, у него больше рычагов. Что бы вы как депутат изменили или попытались бы изменить? Чтобы именно депутаты полностью следили за растратами бюджетными, принимали бюджет не просто, а каждый депутат должен его прочесть, ознакомиться и за каждую копейку, за каждую запятую биться. Спасибо, Евгений, за интересное интервью. Желаем вам удачи. Надеюсь, еще раз увидимся, и вы нам расскажете много интересного. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски вы можете увидеть на сайте Первого областного obl1.ru. Я Олег Рудаков. До встречи через неделю на телеканале Первый областной. Успехов!